люди все единогласно поддержали и отметили, что да, не давали своду на приватизацию, и все требуют возврата этого здания в коммунальную собственность. Под ним еще находится наше бомбоубежище нашего района. Вот. Поэтому все на сегодняшний день сложная ситуация в нашей стране, поэтому все обеспокоены. Когда мы ходили по домам и заполняли эти анкеты, люди многие говорили, вот скажите, пожалуйста, как могли допустить такое, что бомбоубежище, которое находилось под зданием коммунальной собственности, на сегодняшний день мы туда не сможем ни попасть, ничего, и кому оно, там все закрыто, и в каком оно состоянии и так далее. Вот. Значит, мы обратились, инициативная группа обратилась в прокуратуру Оболонского района. Это было год назад, до сих пор следствие идет, хотели было закрыть это дело, но по выявленным некоторым обстоятельствам следствие было продлено. На сегодняшний день ответа мы еще никакого следственными органами не получили. То есть следствие еще продолжается. Но мы параллельно обратились к нашему депутату уже после избирательной кампании. Мы обратились к депутату Михаленко Владиславу Олеговичу с просьбой вынести этот вопрос, проработать тщательно, сделать необходимые все запросы и вынести этот вопрос на Киевсовет. Потому что мы в своем заявлении в прокуратуру ставили вопрос проверки именно законности приватизации данного объекта. Это я вам кратко расскажу сейчас, кто не знает. В 2003 году, значит, наша районная администрация, тогда еще у нас был другой глава района,